Прошедшее воскресенье в столичном дворце спорта состоялся большой концерт групп «Новый Иерусалим», «Спасение» и «Даукш». Все три коллектива презентовали свои новые программы. Кстати, именно в этот день впервые поклонники смогли услышать «Новый Иерусалим» в новом звучании и новых музыкальных решениях. Этот день был единственно возможным для трех коллективов собраться вместе. У «Даукша», группы «Спасение» и группы «Новый Иерусалим» очень плотный гастрольный график, а выступать они хотели только вместе. Одному из коллективов крайне сложно сделать это, допустим. Вообще, я не знаю, думаю, что вы знаете, что собрать дворец спорта – это вообще редкость для белорусских коллективов, поэтому… Вот. Дима Даукш две недели как вернулся из Америки. Группа «Спасение» улетели в Америку едва ли не сразу после концерта, аж до декабря. До этого гастролировали по Дальнему Востоку, кстати, вместе с Александром Патлисом. С ним же на Сахалине ели корейские лопухи. Ну, это не потому, что мы были голодны, а просто это действительно экзотическая и очень полезная, и очень вкусная еда была для нас предложена. Как видите, Александр Патлис без «Нового Иерусалима» не голодает. Группа «Новый Иерусалим» без Патлиса тоже не скучает. Это их первый концерт с вокалистом Игорем Копыловым в главной роли. Вы не боитесь повторить путь Александра Патлиса в этом коллективе? Потому что, в принципе, вы же тоже человек, и ваши взгляды и желания в жизни тоже могут разойтись со взглядами и желаниями всех остальных участников группы. Знаете, честно сказать, об этом не думал. Иногда возникают такие, может быть, мысли, когда люди спрашивают. Вот, но я... Если бояться что-то делать, тогда лучше не делать.